Челнинец Марат Гарипов привез из Казахстана серебро чемпионата мира по борьбе на поясах. Ей парень занимается всего 2 года. Основные силы и 11 лет тренировок посвящены греко-римской борьбе. В этом виде спорта он двукратный чемпион мира и призер международных соревнований и намерен продвигаться дальше. Но и от золота в борьбе на поясах спортсмен отказываться не намерен. Это цель следующего года. С чемпионата Марат вернулся травмированным, но все же встретился с нашей съемочной группой и вместе с тренером рассказал о том, как пришел в этот спорт, как добивался успеха и к чему стремился. Я сначала занимался боксом, и как-то мы с другом просто случайно зашли в спортзал борьбы. Получалось хорошо, и решил остаться в греко-римской борьбе. Это наши малыши, подрастающих поколений. Они выполняют такие общие укрепляющие упражнения, лазят на канат, улучшают свою цепкость рук, чтобы можно было сделать хорошо прием. Ну, я вообще, когда маленький был, честно, я высоты боялся. Первый тренер сказал, а я тут игрался на канате, катался туда-сюда. Он говорит, на канате нельзя кататься, так что давай залази. А я боюсь, и через силу преодолел вот это еле-еле там. Он идет на контакт, открытый и думающий. Он думает, что будет делать, и слушает, и именно обучается. Сам по себе еще у него есть такой момент, как самообучение. Борьба на поясах, для меня это 2 года назад был такой чуть-чуть новый вид борьбы. Решил попробовать. Хорошо получилось в том году. В том году я стал на чемпионате России 2-м. Ну а в этом году уже улучшил результат, стал 1-м на чемпионате и поехал на чемпионат мира. Я на нем отборолся и сейчас хочу уже в дальнейшем работать по своему основному виду спорта, по греко-римски. Как тренер, хотел бы, чтобы он стал чемпионом мира, хотел бы, чтобы он стал олимпийским чемпионом в 2016 году. То есть у нас есть такая цель, мы над ней работаем. Показать самый такой максимальный результат, чтобы здесь борьба у нас вообще в республике развивалась, чтобы в дальнейшем не только я один, видите, молодые они, малыши все это, стремились к этому, к высшим результатам, к олимпиаде все стремились. Вот у меня такая мотивация.